Ну что, ребята, я выбираю Катюшу. И с Катюшечкой мы отправляемся в бой. Hills of Steel. О, со мной он титан будет. Ладно, поехали. Поехали, дружище. Так, я начинаю стрелять. Кто там у нас? А, вот летит, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте быстренько его защелкаем. Попробуем. А, смотри, одного уже щелкнули, хорошо. Так, и второго. Сейчас мы будем стрелять. Так, у меня мимо почему-то. Есть попадание, давай. Убили. Уничтожили мы противника. И мы, ребята, зарабатываем звездочку. Так, а у нас уже 8 сундуков. И скоро мы, когда будет 10 сундуков, я, ребятушки, обязательно сниму ролик отдельно. А, будем открывать сундуки. Ну что ж, ох, две Катюшки, да, давай, поехали. Так, я буду здесь стоять. Так, кого-нибудь, может быть, и щелкну. Смотри, есть попадание. Нифига, что там, что творится, ребята, что творится? Офигеть, вот этот малыш, смотри, подошел. Нам нужно его быстренько отщелкать. На, получай, дружище. Есть. Есть урон. Так, одного уничтожили. Второй теперь, смотри. Ах ты какой быстрый, а. Две Катюши, это сила, ребята. Две Катюши, представляешь? Так, тихо. Давай, едь сюда. Так, а у этого еще крутилочка, смотри, стоит. Моего напарника. Моего напарника еще крутилка. Все, молодец, напарник. Уничтожили мы эти вражеские танки. Получаем еще одну звездочку. И, возможно, мы еще открываем еще один сундучок. Да, 9 сундуков. Хорошо, осталось еще. Давайте еще раз Катюшечкой. Нам нужно 10 сундуков. И мы снимем ролик отдельно на открывание сундуков, ребята. Так, отправляемся. Так, ждем. Я подожду сейчас пока здесь. Так, ребята, ну а как же без приветов? Я хотел бы передать привет Елизавете, Андрею, Елене, Оксане и Эльзе. Передаю привет. Так, ну если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет в следующем ролике, напиши просто в комментарии привет, я тебе передам привет. Ой, меня взорвали. Ладно, давай, напарничек. Ах, и напарника взорвали. Не получилось, ребятушки, у нас, к сожалению. Ну ладно. Кстати, я еще же купил, получается, моноколесо. Вот это вот. Давай попробуем на нем поехать. На моноколесе. Кстати, вот он едет с кофем, который постоянно проливается. Когда кофе проливается, это говорит о том, что ты слишком быстро едешь. Что чувак может упасть. А вообще это моноколесо очень ненадежное. Мы очень легко можем упасть. Поэтому нужно здесь аккуратно. Конечно, дороги здесь, я тебе скажу, не самые ровные. Очень много бугров. Да. Как-то так, ну, в принципе, едем. О, главное не разбиться. Ну вот уже почти что 500 метров мы проехали. Хорошо, едем нормально. Надо часто понемножку нажимать. Тогда мы как бы едем и особо не разбиваемся. О, здесь хорошо поднажмем. Кстати, двигатель я в моноколесу прокачивал уже. Как бы есть такое. Прокачка. Ну вот, 500 метров есть. Может быть, 1000 проедем даже. Не знаю, не могу, конечно, утверждать. Что, конечно, навряд ли проедем 1000 метров. Но попробуем. 1000 метров проехать. О! Так, 750 метров, нормально. Ну вот, чуть-чуть осталось нам, чтобы 1000 метров проехать. Да.
Так, едем. Опа, аккуратно. Можно было легко разбиться. Так, даже немножко монет зарабатываем. Прикольно. О, поднимаемся. Давай, давай, давай. О, а в принципе неплохо. Неплохо, хорошо. Давай, 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 давай. Ой, молодец. Моноколесо. Не я в тебе больше сомневался. Вот уже и 1000 метров мы проехали, ребята. Давай, 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 давай. О, ну поднимается же. О, поднялись. Вообще отлично. В горах, конечно, мы такое не сможем себе позволить, к сожалению. Но в сельской местности почему бы и нет. Вот, вот здесь будет сложно, я думаю, подняться. О, нет, все, здесь уже мы не поднимемся. А ну-ка. Опа, чуть-чуть головой не стукнулись. Так, а вот и у нас и бензинчик заканчивается. Вау, мы взяли бензин даже, нифига себе. Не ожидал я, что мы так далеко проедем. Опа. Ах, да. Наслетели мы с моноколеса. Ну, хорошо. $1000. На что мы потратим эту $1000? Я предлагаю на меч. Итого 300 останется, а мы потом прокачивать будем броню. Угу. Теряйте меньше выносливости при получении урона. О каком уроне может быть идти речь? На, смотри, какой меч у меня быстрый. Нифига себе. Молниеносный меч. Так. Два зомбаря. На, получай. На, отдыхай. Сколько коробок много, представляешь? Есть. Тут бесконечное количество зомбарей, которых мы должны уничтожить. В этой локации очень много зомбариков. После этих зомбарей будет у нас читер, которого мы будем убивать. Ну хотя, как читера убить? Он же читер. А кто круче, бог или читер, интересно? Ну, не знаю, смотря. Смотря какой бог, какой читер, да? Ну, я не знаю, почему, что мешает богу быть читером? Это же бог. Ну, а если читер настоящий читер, он практически бог, можно так сказать. Он все может считерить, все может исправить, все может сделать, как он хочет. А не как хочет кто-нибудь другой. Так, по $3. Вот бывает 3, бывает 5. Рандомно выскакивает сумма за зомбарика. Так, у нас кончается энергия. Мы чуть-чуть дошли. Чуть-чуть оставалось нам, ребятушки, дойти. $845 мы получили. Давайте, значит, ну что, прокачивать только осталось броню. Да, к сожалению, не хватило немножко денег, чтобы прокачать еще раз броню. Ладно, идем мочить зомбарей. Так, на, иди, на, получай. Есть большая вероятность, ребята, что мы сейчас уже пройдем. Мне так кажется. Да. Потому что там одно деление для прокачки брони, мне кажется, они просто оставили на всякий случай разработчики. Чтобы, ну типа, вдруг ты не пройдешь, да? О, как хорошо мы быстро разбиваем, у нас вообще меч прокачанный. А раньше, помнишь, мы когда играли, да, игрушку эту, в этой локации, как же он медленно шел и как он быстро уставал из-за нубика. Потому что нубик-то тяжелый. И мы проходили там буквально 10 метров. И сразу же уставали. Уставали быстро. Так, вот он сидит еще. На, щелкаю. Щелкаю, щелкаю, щелкаю я вас, щелкаю. А ну, а пройти его нельзя? Нет, нифига. Он мешает проходить. Да. Куда ты хотел убежать, зомбарь? Никуда ты не убежишь. Ой, энергия заканчивается, ребята. Ну, должны пройти.
Не знаю, попробуем. По крайней мере. О! Нифига, 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 нифига. Чуть-чуть осталось. Ё-моё, мы не прошли. Ладно, я надеюсь, мы в следующей серии, ребятушки, с вами пройдем. Так, давайте вооружим акулу Мако огненным малышом. Да, пускай огненный малыш будет. А что здесь еще есть? О, давайте корону оденем. Да, станьте королем океана. Хорошо. Поехали играть дальше. Гигантские крабы выводятся в пределах карты. Ого, какая корона у меня. Так, чувак, огненный, смотри, он огнем фигачит всех. Давай вот этого расфигачь огнем, алло. Все, мы его уничтожили. Съели. А вот этого тоже ската. Фига, он его прожарил. Да, теперь вот этих надо вонючек. А, вонючек, они меня постоянно едят. Так, ну вроде бы они как сгорели. Черные стали такие. О, смотри, в клетке тетечка сидит. У меня акула, смотри, большая. Эй, в смысле? Где там? Так, я тебя съем. Так, а как мне тебя победить? О, золотая мания, лихорадка, лихорадка. Золотая лихорадка. Давайте этот, на сушу, на сушу. Сейчас добряка кушать. Так, назад. О, смотри, она их прожаривает всех. О, вот этого надо тебе съесть. Есть, съели. Так, вот здесь вот этих чуваков. Фига, как я далеко на сушу-то прошел. О, еще и дальше. Дальше на суше я нахожусь. Смотри, как далеко я убегаю. Я здесь еще ни разу не был. А, вот здесь еще и водичка дальше идет. Хорош. Тыкс. Есть. Сейчас мы всех их съедим. Ого, портал, портал. Пошли в портал зайдем. Все. Так, а что у нас здесь в портале интересного? Пирушка. Корабли какие-то. О, смотри, чувака, чувак. А, типа этот, отсылка к этому. Ха-ха. Титанику, да? Точно. Это типа Титаник. Это реально Титаник потонул, смотри. Так. Приколюха, приколюха. Так, вот этого чувака я сейчас съем. Все, съели. Дальше играем. Так, и тут вот этого я золотого хочу съесть. Давай, развернемся. Все, скушали. Так, вот этих тоже. Так, а что у нас там этот было? Льдины, что-то там. На льдины прыгать можно. Так, смотри, один был золотой, а другой нет. Все, всех съели. Так, ух ты, а дальше я не могу, да? Никак, да, не перепрыгнуть это? Ну ладно. Так, давайте спустимся вниз, посмотрим, что у нас внизу здесь. Так, ух, нифига, что это за акула была огромная. Ё-моё. Да, все, возвратились мы назад. Акула была огромная просто.